Первая лекция по экономике, называется она «Университетские курсы экономики» в одной фразе. Вот эта фраза. Ресурсы нашей планеты ограничены. Ресурсы нашей планеты ограничены. Потребности человечества бесконечны. Точка, запятая. Значит, цель экономики — удовлетворение бесконечных потребностей человечества ограниченными средствами. Ну, тут можно добавить планеты, да. Вот. Собственно, я посетил одну только лекцию по экономике в университете. Это была первая лекция. Вот на ней была сказана эта фраза. Конечно, я тогда был лет на 20 моложе. И у меня не было тогда, как сказать, ни опыта жизненного, ни определенной наглости, чтобы в связи с этой фразой перестать ходить на экономику. Я просто ленился и не ходил на экономику. Вот. Но сейчас, вот когда мне уже на 20 лет больше, я бы действительно после этой фразы перестал бы ходить на эти лекции. Потому что в этой фразе все сказано. Вот, конечно, некоторые люди могут сказать, что давайте заменим потребности на желание. Скажем, что желание бесконечно. И если мы ограничим желание, то, возможно, нам удастся удовлетворить их. Но соль-то в том, что на самом деле потребности человечества бесконечны. Именно потребности. То есть человечеству необходимо бесконечно много. То есть даже одному человеку необходимо бесконечно много. И никакие ресурсы материальной планеты не могут удовлетворить потребности человека. То, без чего не может жить человек. Поэтому цель экономики невыполнима. Никогда, в общем, средствами экономики невозможно достичь ее цели. То есть необходимы какие-то другие средства. Вот такая вот лекция «Введение в экономику».